ходе обследования на перегоне Сочи-Дагомыс в районе остановки 73-й километр был выявлен участок с активным движением грунта. Сегодня, чтобы обеспечить безопасность движения, он находится под особым наблюдением. Усугубляет ситуацию то, что над путями на вершине склона, буквально в 15 метрах от края, стоит многоквартирный трехэтажный дом, а частный двухэтажный всего в 3 метрах. Железнодорожники уже обратились за содействием к губернатору Краснодарского края, главе Сочи и краевому управлению МЧС.